174. И взять ее за жопу. Я ее беру за жопу, она вырывает. И нет, не игриво, мол, так погоняйся за мной, а с неприязнью. Ну и что ты за женщина после этого? И главное, нафига мне такая? Может, кому-то и сгодится, но не мне. Поэтому, да, это такой тест. Я почти всегда его провожу на первом свидании. Женщине нужно сразу дать понять и не обманывать ни в коем случае ее в том, что она мне для секса. Все остальное будет или нет, это уже посмотрим. А вот секс, во-первых, она почувствует себя женщиной, а не личностью или там кем-то. Ну или не почувствует. Во-вторых, это сразу обозначает дистанцию между нами, на которой мы будем общаться. Ее вектор. Ну, так или иначе, я свой выбор уже сделал. Ну и в-третьих, ей уже не нужно ничего выдумывать. Там, сколько у нас будет детей, и повезу я ее на Бали, она будет работать своей жопой. Это точно. Ну или не будет, это уже ее выбор. Если женщина проходит этот тест, то мы идем дальше. Рекомендую придумать что-то подобное для себя. Но именно чтобы были эти три пункта, по которым вы сможете отследить ее реакцию. Можно просто напугать, но это чревато заиканием. Кто-то приезжает на Мазерати, но это у кого какие цели. Если понты, то понимаю. А если секс, то это странно как бы. В любом случае, мы узнаем такими действиями, что женщина чувствует, когда я проявляю активность и четко выражаю свою позицию. Рекомендую.